Привет, ребята! Меня зовут Екатерина Яшникова, и, возможно, вы слышали мои песни в соцсетях или вам скидывали их друзья. Если же вы меня не знаете, давайте познакомимся прямо сейчас. Давным-давно взлетел ты из моей руки, но все равно мы до сих пор с тобой близки. За 6 лет у меня вышло 3 студийных альбома, и 2 из них помогли мне записать вы, благодаря успешным сборам на планете. Совсем недавно у меня вышел акустический альбом «Подорожник», и я хочу записать не просто клип на песню, а целое видео, видеопрезентацию этого альбома. На альбоме 5 песен, одна из которых — кавер на песню Янки Дягилевой. От большого ума лишь с ума до тюрьма. В альбоме звучит аккордеон, камерный оркестр и даже детский хор. Представьте теперь, как красиво это может выглядеть. Прямо сейчас я открываю сбор на съемки этого фильма. Все подробности о краудфандинге внизу под этим видео. Буду рада поддержке каждого из вас. Давайте сделаем вместе что-то красивое.